Сегодня у нас на последний день движения встречность, я вижу основания, что вообще это движение. Я буду принимать вашу встречность. Просто вот этого смысла сейчас в чем будет. Я тоже не понимаю, зачем судья Лобанова так сделала. Я понимаю, я не понимаю, судья зачем это сделала. Смысл вот этого сочетания. Денис Анатольевич, я считаю, что частная жалоба подана, она должна быть рассмотрена. Обязательно. Спасибо. Судья уже начинает профсоюзность. Конечно. Ну, я сейчас это все и поясню. Вот это все называется неформальное общение. Все общение должно происходить в судебном заседании. Сколько проблем было поездить, взять здесь реквизит. Потом поехать на кассу, даже сказать, там заплатить. Я сейчас это все скажу. Бензин. Время. А теперь еще за деньги надо тоже самое побегать. Конечно. Ты думаешь, будет судебный? Что судит? Будет. Приступ сидеть будет? А, не знаю. Да нет, вот это. Вот это. Да сейчас очень быстро все. Сейчас просто она скажет, что принято, да и все. Ну, здесь я с ней не соглашусь. Она ссылается на то, что якобы если происходит замена судьи, то все сначала начинается. С этим я согласен. Но только одно и другое – это разные вещи. Встречный иск подается в общем порядке. Что было сделано. Угу. Он уже был подан и было определено, вынесено за пределами. Ну, все, официально подали честно. Конечно. Вот это стоит денег. Ну. Это стоит моего труда, который я проделал. Так что мой труд должен оплачиваться за любую бумажку. Конечно. Сами представители. Частная жалоба. 8 000 рублей. Ну. Кто будет возмещать? Да, я думаю, ответчик будет сильно возражать. Потому что это не вина ответчика, что судья выносит такие определения. Угу. Подпакостить под конец. Угу. Но я-то именно так и оцениваю, что это подпакостить. Ты понимаешь, вот у меня во встречном исковом заявлении прям в шапочке написано госпошлина и ссылка на статью Закона о защите прав потребителей 17 о том, что как бы не взимается с нас госпошлина. То есть прямым текстом указывает, что как бы мы не платим госпошлину, и она берет вот так вот делает. Ну, я тебе говорю, это заведомо незаконное. Скажем так, определение. 305 статья, часть 1 Уголовного кодекса. Я надеюсь, что он, кажется, все-таки заработает, да? Ну, нужен для начала факт. То есть должны, суд областной должен установить, что да, ее решение было незаконно, вот документ, подтверждающий это. Определение Мурманского областного суда. И дальше можно обращаться уже в Следственный комитет. Ну, сам знаешь, что чем это закончится. Но областной суд не может вынести другое решение. Конечно, не может. Нет, Денис, может. Поверь мне, может. Ну, я рассуждаю по своему уголовному делу. Может. Хорошо, может. Но судья же сейчас приняла наше встречное заявление.